Добро пожаловать на большой пони-слёт в Эквестрии! Вы, делегаты, приехали со всех концов страны, чтобы представить ваши города, чтобы познакомиться и узнать что-то новое обо всех уникальных уголках нашей чудесной земли под названием Эквестрия. Сегодня принцесса Каденс презентует эту невероятную статую дружбы, сделанную из самоцветов из каждого вашего города. А теперь я хочу передать слово тому, кто организовал этот слет. Принцессе Сумеречной Искорки. Спасибо всем. К нам прибыли делегаты из 50 городов. В течение 3 дней вас ждут конференции, приемы и собрания. Это самый крупный пони-слет в истории. Хочу признаться, чтобы все это организовать, пришлось провести несколько бессонных ночей. Мы так рады, что вы здесь, и что вы готовы узнать больше о нашей великой стране. И пару слов хочет сказать мой ассистент Спайк. Всем здравствуйте. Я готов помочь вам, чем смогу, если я могу что-то сделать для кого-то. Мы любим тебя, принцесса Искорка! Мы любим всех принцесс! Что ж, все пони любят принцесс. Сердце даришь нам, приключений с нетерпением ждешь, и волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба — это чудо. Конечно. Что мне делать? Ого, что это с тобой? Ой, прости, Спайк, я просто... Нужно чуточку поспешить. Скажите делегатам, что Она не спала 3 суток, готовясь к слету. Она должна сегодня отдохнуть. В таком состоянии ей нельзя на прием. Ты можешь проследить, чтобы ее никто не беспокоил? Я обещаю, я тебя не подведу. Идеально. Не на моем дежурстве. Извините, можно чуть потише? О, нет! О, я дам тебе зернышек, червей, что угодно. Пожалуйста, не пой, разбудишь принцессу. Неужели сработало? Привет, ребята. Простите, что прерываю игру, но сейчас проходит важный дипломатический слет. И одной принцессе надо выспаться. И... Может, вы поиграете где-то в другом месте? А, принцесса благодарит вас за понимание! Извините, обязательно делать это сейчас? О, нет! Это деревья дракона Чихи! Верхушки стали слишком тяжелые, могут в любой момент рухнуть. Вы можете подождать 2 часа? Прости, это опасно, у меня приказ. У меня тоже приказ. Принцесса Искорка.
О, принцесса Искорка? О, что же ты молчал? Я могу подождать пару часов. Хм, хорошо, что принцесса на моей стороне. Да что ж это такое? Извините! Извините, пожалуйста! Мне нужно, чтобы вы все прекратили! Ой. Дай угадаю, я шумлю. Прости, но у нас трещина на водопроводе. Что? Вчера нельзя было сделать? Слушай, дружище, я лишь хочу, чтобы ничто не помешало слету. Но без принцессы Искорки слета не будет, а ей нужно, чтобы было тихо. Так что, если ты не против, то... Ладно, ладно, если ей нужно. Но если что случится, я ни при чем. Принцесса Искорка отдохнет. Принцесса Каденс будет гордиться. А принцесса Спайк заслужила себе награду. А, принцесса Спайк. Вот у меня документ. Лучше замолчи. Я не могу отменять свою лекцию. Имей, пожалуйста, это в виду. Привет. Я могу вам помочь? Мы с этим товарищем, известным пони из Манхэттена, немного поспорили. И нам нужно, чтобы принцесса Искорка нас рассудила. Вы не могли бы говорить потише? И лучше приходите попозже. Ну, конечно, но это невозможно. Мы оба через 5 минут выступаем с речами об экономике наших городов. И у нас лекция назначена в одном зале. Я первый его занял. Скажем честно, моя речь важнее. Интересное заявление. Но уверена, все в итоге поймут, что моя лекция намного важнее. И это не обсуждается. Слушайте, у вас тут будет много недовольных делегатов, если мы не узнаем решение принцессы Искорки прямо сейчас. Посмотрю, что можно сделать. Нужно составить график. О, да, у двоих делегатов лекции в одном зале. Что мне делать? Ладно, не проблема. Просто положи сено в яблоко и съешь свечку. Мне нужен ответ. Но Искорка даже думать сейчас не может. Ужас! Что же мне теперь делать? Ну, что она сказала? Она выбрала меня, да? Эй! Не надо спешить, любезный. Я чувствую, она предпочла меня. Эй! Если она не выбрала меня, это может стать оскорблением для всего Манхэттена. Ясно, о чем я? Будет обидно, если такая мелочь, как ошибка в графике, создаст напряжение между Уинни Эпполисом и Пони Виллем. Ну, что сказала принцесса? Давай, рассказывай. Она сказала, что она хочет, чтобы вы выступили вместе. Если этого хочет принцесса, так и будет. Принцесса всегда права. Ну вот что и хорошо. Ж, никаких ну, вот и решили. Обид. Я совершенно ничего не обижена, личного, правда. Согласись, да? Да, теперь к более важным вещам. Соединение этих двух выступлений – катастрофа. Зал переполнен, все пытаются перекричать друг друга. Почему принцесса приняла такое решение? Да что же это? Как я понимаю? Это очень несерьезно. Именем принцессы Искорки! Замолчите! Я хотел послушать лекцию «Не тратьте все свои бицы». Но когда я зашел в зал, мое место занял другой пони. Пони, который раньше был моим другом, да. Ваш друг занял ваше место? Ха, подумаешь, может просто... Без обид, но меня не интересует мнение какого-то дракона. Я хочу услышать совет принцессы Искорки. Ладно. Принцесса говорит, дружба не может разрушиться из-за места. Вы должны простить друг друга. Ну, конечно. Какая же принцесса мудрая. Я могу говорить делегатам что угодно, если они думают, что это слова Искорки. Ладно, кто следующий? Следующий.
Итак, чем принцесса Искорка может вам помочь? Что ж, как представитель столицы, делегация Кантерлота считает, что должна получить билеты на все собрания и все вечеринки, ведь так? По-моему, это нечестно. То есть, принцесса Искорка думает так нечестно. Да-да, ладно, но мне стоило попробовать, верно, дружище? Это так круто! Я могу сделать дела, и Искорке не придется ими заниматься, когда она проснется. Интересно, кому еще нужна помощь принцессы? Если я вычеркну пару собраний из графика Искорки, когда она проснется, ей не придется ни о чем думать, только о приеме. Тут сказано, что у тебя встреча с принцессой Искоркой. Да, она просила меня подробно рассказать ей про все самоцветы в статусе граждан Эквестрии перед вечерним приемом. Ладно, давай. Но я бы лучше рассказала принцессе лично. Ну, если тебе так проще, зови меня принцесса Спайк. Нет, все в порядке. Принцесса велела сделать за нее некоторые дела, поэтому я пришел сюда. Как скажешь. Так говорит принцесса. Ладно, начнем с топаза. Я на встречу на 2 часа. Ты? Я должен был рассказать принцессе Искорке о том, как идут дела с трубой. Я представляю принцессу. Ладно, можно я продолжу ее чинить? Я уже немного волнуюсь, если честно. Вообще-то Искорке надо еще поспать. И запрет на шум продержится еще 2 часа. Прости. Привет, Спайк. Что происходит? Ты же знаешь, я ставлю задачу и решаю. О чем ты говоришь? Я не только всех утихомирил, чтобы Искорка спала. Я также сходил на все ее встречи, чтобы они ее не беспокоили, когда она проснется. Ты уверен, что она бы это одобрила? На этом слете надо за стольким следить? Не беспокойся, я все решил. Я так хорошо знаю Искорку, что мне легко принимать решения. Ладно. Что ж, спасибо, что дал Искорке отдохнуть. Если только это истинная причина твоих поступков. А зачем мне еще это делать? А может, ты просто получаешь удовольствие от власти? Удовольствие? Нет. Я говорю от имени принцессы только ради слета. Именем принцессы... Именем принцессы. Именем принцессы. Жизнь принцессы хороша. Ты прав. Но это также тяжелая работа, не так ли? Все не так плохо. Спайк, по-моему, ты пользуешься своей дружбой с Искоркой. О чем ты говоришь? Я классная принцесса. Вернее, Искорка классная принцесса. Я тружусь, чтобы ей помочь. Когда 2 делегата поссорились, я их помирил. Я 45 минут слушал, как та пони болтала о самоцветах, чтобы освободить Искорку. Я переместил матч пола подальше от башни, чтобы она спала. Я даже не съел эту аппетитную статую. Я спец по принятию решений. Ладно. Возможно, я немного увлекся, принимая решение. Но ничего плохого же не случилось. Закрою трубу, а ты займись водой.
По крайней мере, статуя в порядке. О, о нет. О, нет. О, будь здоров. Кошмар. Что все это значит? Ну, просто была игра в поло и... Почему трубу прорвало в самый важный день для Кантерлота? Эй, я тут при чем? Принцесса Искорка приказала прекратить работу. А что с деревьями? Я сказал их подрезать, чтобы ничего не случилось. Но принцесса велела не резать. Не понимаю, почему принцесса принимала такие ужасные решения. Пони, послушайте, я очень сожалею, что так получилось. А ты за что извиняешься? Это были ужасные решения принцессы Искорки. Я готова сейчас излить всю свою ярость на принцессу Искорку. Да, я тоже. Я не позволю принцессе Искорке позорить честное имя Кантерлота в глазах всей Эквестрии. За мной, пони, давайте все ей выскажем. Вы неправильно поняли. Стойте! То есть, стойте! Что еще? Нас тут целая толпа, и мы требуем объяснений. Просто это... Мы же не хотим будить принцессу. А? Разбудить ее? Что? Ты хочешь сказать, что она спит? Она такой старинная! Ну-ка, пропусти! Немедленно! Принцесса, мы должны срочно поговорить. Она сейчас спит! О, я рада, что ты здесь, Спайк. У меня так много дел. Не знаешь, починили ли трубу? Ты выглядишь отдохнувшей. О, я не спала так с самого детства. Правда? Ну, хоть что-то я сделал верно. И именно об этом меня попросила Каденс. Может, я все-таки справился сегодня? Фанси-панс, что случилось? Не притворяйся, принцесса Искорка. Ты знаешь, почему я здесь. Ты по поводу особых привилегий, которые ты просил? По-моему, это уже слишком. Ага, особые привилегии? Последнее, о чем я думаю, это особые привилегии. Что происходит, Спайк? Тебе надо было поспать. Принцесса Каденс сказала, чтобы тебе не мешали. А потом прилетела птица, ну, если говорить короче. А я принял пару решений от твоего имени. Пару решений? Ну, может, больше, чем пару, но... Это с добрыми намерениями, честно! Пока намерения не сменились. Прости, Искорка. Наверное, меня немного занесло. Просто было так приятно, что пони важно мое мнение по разным важным вопросам. Наверное, мне нравилось чувствовать себя принцессой. Что ж, Спайк, одна из важных обязанностей принцессы – понять, что она совершила ошибку, и исправить ее. Как я это сделаю? Можешь начать с них. Здравствуйте, уважаемые пони. Что ж, наверное, мне надо извиниться перед вами всеми. Забавно. Мы находимся на слете, который собрал пони со всей Эквестрии. Но я мог думать лишь о себе. Вы приехали рассказать о том, что делает наши города уникальными и особенными, но... Вместо того, чтобы наполниться духом единения, как вы, я использовал имя своей подруги, чтобы порадовать себя. Место Рубины из Кантерлота тут, дружище. А наш камень вот здесь, кстати. Значит, вы прощаете меня? Конечно!
Точно! Знаешь, смысл этой статуи в том, что если каждый из нас сыграет свою маленькую роль, получится что-то хорошее. Именно так же все наши города составляют вместе прекрасную страну Эквестрию. Я посвящаю эту статую жителей Эквестрии каждой пони, которая сыграла свою роль, неважно, большую или маленькую. Да что ж такое? Озвучено студией СВ Дубль по заказу ВГТРК в 2016 году.